И снова здравствуйте. И снова на малинку. Делегация вся собрала. Я не могу рисовать на малинку. Писать? Да. Только на травку. Только на травку, на малинку нельзя писать. Опять прибежал друг. Смотрите, какая-то красота. Потому что зимой ягодки не могут расти. Как нечестно. Одна Барби сидит. Ну, у меня дом открыт, сейчас там у них как полностью нечестно. Никого нет. Одна Барби мяукает. Как нечестно. Собаки возмущаются. Фрост. О, тебе так красиво к снегу твои глаза. А тебя хоть как зовут, а? Чудо. Тебя как зовут? Ты вообще дома? Ты что к нам зачастил? Да, она сама пришла, она маленькая, под забором пролазит. Розы мои, розы, боже мой, они еще цветут. Что ты делаешь, пес? Это не наши розы. Да. Как вы знаете, ничего не знаю, я пошла. Ай, тихо, пошла обниматься. Обниматься с этими попками. И с вот этой попкой. Где эта попка? О, ну, боже мой, какой-то уже тяжелый. Плюшкин мой. Плюшкин мой. Игривый Плюшкин. Какой тяжелый. Плюшкин уже. Ума, не двигай. Ой, какой пледик классный, да? Какой пледик плюшный. Иди сюда. Иди сюда. Пришел. Значит, изюм. Я пришла обниматься, но кажется, в этом случае пледик был ошибкой. Всем нужен пледик новый. Ханна, нет, Ханна. Изю. Иди сюда. Попочки игривые. Что значит сразу похолодало? Сразу же такие игривые попочки мои. Игривые. Попка игривая. Раздраконивает он вас, да, на игры? Такой уже пузик. Не пусу. Вы еще хотите когти подстричь? Да? Да, надо когти себе подстричь. Ханиточка, копочка, ты же где такая? Не можете пледик поделить? А, что это? Залипло на пледик дома, было столько запахов, скажи, столько запахов. Хотя всегда, если я ношу в дом пледик, то всегда ношу только на стирку и ношу сюда, то есть страшно, только что ничего не пометил. Ну и у меня под один дробокот в доме сейчас лорд. Все разъехались.
Кошка такая спалила тебя наконец. Я каждый раз подхожу, они успевают быстрее ко мне подойти, и я не успеваю заснять. Ну вы шустрые котики, все вместе только во время обеда собираетесь. А пока вы будете кушать, я новую фэнтезийную RPG заценю от создателей Genshin Impact. Это Honkai Star Rail, улетная космическая фэнтези, в которой можно поиграть на мобилке, как я, на ПК и даже на консолях. Огромный мир Star Rail таит в себе кучу тайн и загадок, а враги поджидают на каждом шагу. Собери свою команду героев из более чем 20 персонажей со своими уникальными способностями, характером и историей. Тем более, что в игру не перестают завозить новых. В этот раз знакомимся с озорной на вид девчушкой по имени Топаз. Она бойкая и жесткая, и недаром является успешной бизнес-леди. А чтобы ничего не упустить, ей помогает ее питомец-щитовод, от которого ничего не спрячешь. К тому же свежее обновление проведет по увлекательному сюжету планеты Белобок, подарит две новые карты и ивент «Эфирные войны», где между собой будут сражаться монстры. Ну что, рисенок, нравится? Такую красоту можно скачать по ссылке в описании. А если заходить в игру в течение 7 дней, то можно получить 10 особых пропусков. Их можно использовать для получения топаза. Качайте игру по ссылке в описании и вводите мой промокод, чтобы получить 50 единиц звездного нефрита. Прям для хорошего такого бодрого старта. Шпикуля, что ты хочешь от моей ноги? Что ты ее лижешь? Ты че мою ногу лижешь? Ты примиряешься, как ее захватить? Так и не надо от ноги. Вкусно. Никогда, да, интересно, твою ногу такого не проявляла. Что тебе надо? Возьми другую. Другая такая же? Или не такая вкусная? Другая не такая? Давай эту. Что на этой ноге, я не поняла. Ну зачем ты меня за палец мой в рот берешь? А? Дуреха. А? Дуреха. Как тебе кабурас такие у нее жесткие. Я тебя обросла, смотрите, к зиме тоже обрастает непонятно чем. Она так много времени на улице проводит, что, мне кажется, она к зиме скоро вообще такая-то, как в шубейке станет. Ты-то тоже в шубейке, да, ревнушка, ты ревнушка. Смотрите-ка, а он не тупенький. Зашел в комнату, занес сюда морковку. Значит, здесь тоже ему занесу сено, как и Муре, может будет заходить. Ее он здесь нет, а он сам занес. Интересненько. А здесь значительно теплее, даже несмотря на дырку с этой, значительно теплее. Здравствуйте, бобрик. А что это вы сегодня на улице спите? Решил в дом сегодня не заходить. Красавец, такой все спать, спать. Ладно, ладно, все, не мешаю. Ты чего нюхаешь тут? Какой боль, а? А у тебя что-то есть? Друган. А у тебя что-то есть? А у меня? Они все теперь. Да он меня все отнял. Это тоже вино. Да. Не бойся. А их можно на руки? Да, вот его можно как раз. Можешь на ручки взять. Он хочет. Да. Он любит на ручку. Давай на ручки. Выпрыгивай. Тяжелее. Давай я тебе помогу. Подержи-ка. Она сушку хочет. Да, она с... У Алисы. Ну, чё? Тихо. Оторвала. Да. Удобненько, да? Да. А, тоже чуть-чуть. Енота – это всегда главное развлечение для гостей. Но прикол в том, что енота мы тут тоже по приколу. То есть это развлечение с двух сторон. Ну, дай ему сушечку. Мама. На, держи. Еноты в восторге. Целая толпа людей, которых могут кормить и жмакать. Хорошо, я тебя сейчас подниму по ручке. Да, тихо. Мама! Ты-то пожрать-то любишь, Вова. А? Я вообще не ела енот голова. Взял другой? Да.
ручкой. Отдай перчатку. Нам тоже холодно, у нас тоже ручки. Товарищ. Он опасный. Это... Пов хитрый. Ого! Он берет еще в руки. Вот. Сейчас Вова опять снимут перчатку. Не хочет. Ну иди ко мне на луну. Алиса. Они выпить хотят. Так, а что у меня тут за потоп? Кажется, какой-то потоп произошел. Бобра, вы что здесь натворили? Простите, боюсь спросить. Вы что прогрызли? Радует одно, что бобры сюда зашли. Потому что я все переживала, что они не заходят сюда. Но, как видите, они умеют, пролазят, все хорошо. Скоро Артек уже вернется и сделает им здесь дверку. Вот только что из-за потопа получился. Непонятно. Кажется, потребуются специалисты. Почему здесь вода не уходит, тоже большой вопрос.